Композитный полимер – многокомпонентный материал, созданный человеком. Полимер легкий и прочный. В составе может быть стекловолокно или углероды. Варьируя матрицу и наполнитель, спектр применения композитного полимера может быть разный. Специалисты Ульяновского технического университета предложили использовать этот материал для изготовления штампов для производства самолетов. С этой идеей они пришли на Авиастар. Они применяют штампы свинцово-цинковые. Они очень тяжелые, то есть их даже установить в прессовальную машину нужно применять кран-балку либо какие-то средства для погрузки. А нами было предложено более легкий вариант из полимера композитного. Штампы, которые легче, более ремонтопригоден. Штамп – это оснащение пресс-формы для изготовления деталей при помощи пластической деформации заготовок под большим давлением. Делают его в лаборатории политеха на самом обычном станке ЧПУ. Изготовят и протестируют несколько вариантов, а лучший образец поступит в серию. То есть мы получаем от Авиастара 3D-модель формы, которую они хотят получить, и мы по ней изготавливаем форму, сам штамп. Наши штампы легче, ремонтопригодные, универсальные. И производится гораздо быстрее, чем свинцовый цинк. У нас где-то за 3 дня мы можем выпускать одно изделие, привлекая к этому всего лишь 4 человека. Для Ульяновского политеха это не первый опыт сотрудничества с авиационным заводом. Ранее специалистами центра компетенции было изготовлено инновационные защитные чехлы из кевлара, очень прочного волокна для транспортных самолетов, а также различные макеты и прочее оборудование. Светлана Карпухина, Улправда ТВ.